разворот убирай. Но при этом ты должна двигаться в левом крайнем ряду 60 км в час. Только я так быстро не сориентируюсь. А учись. А что тут ориентироваться? У тебя сплошная линия, черт знает откуда. Посмотри внимательно. Видишь? А что, о чем тут сориентироваться-то, я не понимаю. А когда потом будет? Ну вот когда потом будет, тогда и будет. Ну ты же следи за полосочкой вот этой вот линии. Включаем мозочки, это мозги включаем, и все, будешь тяг. А без этого, ну без тренировок даже таких, ты ничему не научишься. Так и будешь думать, что я не смогу, у меня не получится. Ты попробуй. Здесь могла. Могла. Ну, если не сделала, значит не могла. Движение прямо, знаки, да? О чем нам говорят, что даже не смотри ты на эту полосочку, смотри уже на знаки. Что мы тогда делаем? Перестраиваемся в левый ряд, потому что мы видим, какая-то есть полоса там. Перекресток видим. Уходи влево. Убери ногу с тормозом. Двигаемся. Выключи поворотник, движение прямо, видишь? Все, а сейчас вот он распространяется движение прямо на перекрестках. А сейчас включай левый поворотник. Пожалуйста, разворачивайся и все. Бордюрка отъехала слева. Пошли, крути руль. Давай, 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 давай. Давай. Что, успеешь? Ты попробуй, я не знаю. Все, не газуй спокойно, не тормози так же. Зачем ты тормозишь? Это перекресток, ты его должна покинуть. Левый поворотник надо в левый ряд. Не тормози чуть-чуть. Убирай ножку с тормоза. Поехали. Выбирай место для остановки. С поворотником едешь, ты перестроилась. Ты заезжаешь на заправку? Нет, ранее тоже надо было, да. А где здесь? Вот так же и на экзамене, понимаешь? Ты начинаешь волноваться, и происходит жопа. Останавливайся. Поворотник. Все. Что за паника? Угу. Поехали. Чуть что так что-то не получилось, чуть-чуть критику в твой адрес, и ты заволновалась. Не, просто я сначала хотела остановиться, но увидела желтую сплошную. Ну проехала и остановилась. Все. Соберись, и на экзамене будет все отлично. Вот вы так же сидите, инспектора боитесь.